Вообще, меня очень много раз как подставляли, обманывали меня. Ну, обманывали, ладно, еще, типа, подставляли, предавали меня. И, наверное, вот ближайшие 2 года на своем опыте я поняла то, что предавать это, типа, очень вообще. Не предавайте людей. Ну, наверное, я никогда не буду предавать. Ну, на эти ближайшие 2 года. Пока что думаю так. А что ты чувствовала, когда тебя предавали? Ну, мне было обидно очень, потому что, как бы, я такая... А почему? Как такое вообще произошло?